только для наблюдателя со стороны. Поток моих друзей, может, я не с теми дружу, разных бездельников, художников, дизайнеров, технарей, физиков. Вот этот поток отъезда за границу, причем неважно куда, в какую-то за границу, ну так, в Европу люди едут, не едут там, в Антарктиду, в Америку очень много. И вот этот поток за последнее время, он наоборот расширяется. То есть люди все чаще и чаще, мои знакомые всерьез планируют собрать вещички ради нас, мол, ради наших детей. Потому что идет тотальное неверие. Владимир Владимирович потрясающий оратор. Он очень хорошо говорит. Он так говорит, что обыграть на выборах его в честную невозможно. Это я просто отвечаю. Но он настолько шикарно, блестяще, виртуозно все говорит. Настолько блестяще, насколько это никакого отношения к реальности не имеет. Просто настолько расходится все сказанное с тем, что происходит вокруг вообще, вот ты смотришь по ситуации, что ну, уже в горле вот, перехватывает от того, что, конечно, этот человек и команда у него работающая достигли идеалов лжи, понимаете, то есть вот пропаганды и обещаний. Что-то, говорю, обещает Владимир Владимирович, вы чемпион по обещаниям, вопросов нет.